председатель ассоциации Армения-Вьетнам. Уважаемые друзья, очень рад нашей сегодняшней встрече. Я был приятно удивлен, узнав, что более 1000 вьетнамских граждан высшее образование получили в Армении. И я думаю, что можем сказать, что Армения в Вьетнаме имеет тысячи послов, потому что я уверен, что ваша история будет способствовать дальнейшему развитию отношений между нашими странами. Думаю, что могу вас считать еще и послами Вьетнама в Армении, потому что тот позитивный образ Вьетнама, который существует среди армян, я уверен, что это очень связано с теми временами, которые вы пребывали в Армению, и в общении с вами у армянского народа образовался такой позитивный образ Вьетнама и вьетнамского народа. Я уверен, и сегодня по вашим лицам, по вашим глазам вижу, что вы с удовольствием помните то время, которое провели в Армении. И я думаю, что это действительно очень важно, потому что те общения, которые существуют между людьми, те отношения, которые существуют между людьми, между молодежью, между гражданами, это самое прочное основание для отношений любых стран и любых народов.